Девчонки, привет! Хочу поделиться с вами своей находкой. Раньше для того, чтобы сохранять различные заметки, скрипты, еще что-то, да, я все это вот в такую вот стандартную программку заметки складывала. Посты, какие-то наброски, еще что-то. Сейчас я скачала вот Еноти. Вот, видите, я ее двигаю, вот это приложение, и все сложила сюда. Смотрите, здесь у меня несколько папочек, здесь можно создавать папку. Пост, туда я складываю посты, которые буду публиковать. Бьютик, скрипты, как приглашать в бьютик. Обучение. Здесь будут файлы, ну, с текстами для обучения. Для чата. Факты гордости о конференциях и так далее. Тоже для чатов, да, информация. Для продаж. Папочка wellness, про рыбий жир у меня здесь уже. И скрипты, самое вот такое главное, да. Скрипты здесь у меня файлики. Например, на дискон, да. И у меня здесь вот уже заготовлен текст. Если человек против, не хочет на бизнес, я ему дисконт. Терминашкам, да, удаленным людям, что пишем. Вот, и здесь вот такие у меня файлики. Нажимаю назад и выхожу в папки. Как здесь папочки, да, вот эти вот создавать? Снизу плюсик нажимаю. Первая папочка, второй документ. Третий вот, не знаю, что это. Вот, папочку, например, имя папки. Допустим, ну вот, тестовый наберу. Сохранить. Вот, у нас вот эта вот папочка. Заходим, например, в папку, добавляем документ. Пишем заголовок. И здесь уже содержимое, да, пишем. И сохраняем правый верхний, левый верхний угол, диск вот этот вот, да. Что еще можно делать в файле? Добавлять аудиозапись, то есть нажимаем на красную кнопку и начинаем наговаривать. И как диктофоном, как аудиозаписью останется запись. Можно прикрепить фоточку. Вот здесь вот она будет, фоточка еще, да, прикреплена, допустим, какая-то. Так, вот эту я не изучала, ну, в общем, вот эти две я изучила. И вот здесь вот различные, копировать буфер обмена, то есть вы тут все поймете сами. Вот, ну, я удалю. Удерживанием удаляется. Ну и сама тут уже удалю, потому что мне не нужен. Вот, ну в общем тут легко разобраться. Для меня это очень удобно. Все скрипты, шаблоны я буду сохранять здесь, чтобы у меня будет все под рукой. Пользуйтесь.